Вернулся к теме почти 30 лет спустя. Деревенскую серию художник Владимир Зунузин закончил в 90-е, а обратился к ней снова в 2016-м. За год было написано около 40 работ. 20 попали в экспозицию «Люди одного села. Возвращение». Собственно говоря, это одна семья. Это семья моей жены, там, моя теща, бабка, тесть, их родственники. Вот, собственно говоря, это один дом, все это происходит вокруг одного дома, их жизнь такая повседневная. Зунузин не пишет людей, которых не знает, таков его характер. Если в его работах присутствуют лица, то это чаще всего кто-то из окружения. Не обязательно родной, но хорошо знакомый и близкий по духу. Его характер, кстати, определяет и палитру. Будучи в жизни человеком немногословным, Владимир Федорович и пишет монохромно, без прикрас. Кому-то может показаться, что одна семья – это скучно, но это не так. И вот эти его старики, его мужики, его дети – настолько не просто интересные люди, а это вот как раз вот тот пласт, без которого нам трудно. И поэтому здесь виднее вот этой культуры художественного воплощения с тем образом жизни, которую люди проживают. И поэтому здесь еще можно что найти. Он соединяет разные виды искусства, разные жанры искусства. Потому что здесь натюрморт не просто какие-то предметы, а это вписано в саму картину, в канву картины. Серию работ, на которую художника сподвиг Евгений Евтушенко, покажут и в Москве, как планировал поэт перед своим уходом. В Ульяновске же уникальные картины, которые выставляются впервые, можно увидеть в Музее изобразительного искусства 20-21 веков до начала октября. Екатерина Мазуряк, Юрий Тимонин, репортер 73.